Как назначить контрольную работу? Учитель под своим логином и паролем, введя код безопасности, попадает на главную страницу, выбирает в необходимом предмете условное обозначение «контроль», выбирает необходимую тему, нажимает кнопку «Выбрать», назначает контрольную работу, нажимая на пиктограмму «Контроль» индивидуально или всем учащимся. Учащийся в дневнике видит значок контрольной работы и приступает к ее выполнению.